Друзья, всем привет! С вами магазин «Горные вершины». Меня зовут Андрей. Скоро-скоро наступает сезон. Скоро мы будем кататься, ездить по горнолыжным курортам. И сегодня я бы вам хотел рассказать, показать, как лучше и удобнее собраться в отпуск, используя чехлы, сумки и прочие аксессуары для того, чтобы облегчить паковку и перевозку вашего инвентаря. Ну и начнем мы вот с такого вот базового варианта чехла. Он с тонкими стеночками. Он отлично подойдет для того, чтобы куда-то ездить на местную горнолыжку и возить лыжи в машине, чтобы они вам не порезали кантом чехол на сиденье или не налилась вода, которая тает в процессе перевозки. Далее есть у нас вот такой вот поинтереснее вариант. Они бывают на одну, на две пары, и он отлично подходит для того, чтобы возить лыжи в самолете, потому что у него здесь вот имеется такое уплотнение. Соответственно, он также регулируется по длине, под любую длину лыж практически. И, соответственно, не повредятся ваши лыжи в процессе перевозки их в багаже. Существуют также чехлы вот такого плана. Он большой, он с усилением, с колесиками, которые вот даже крутятся, благодаря чему вы можете его, как вы понимаете, не тащить на плече, а катить за собой. Это очень удобно, потому что этот чехол на две пары лыж, и сюда еще можно поместить ботинки. Это все довольно много весит, поэтому вы его просто будете катить, и будет вам легко. Значит, соответственно, что? Лыжи сюда, палки сюда же, ботинок один сюда, второй ботинок сюда. Также в данный чехол можно спокойно положить куртку, штаны, ну, свои катальные вещи, чтобы, во-первых, не занимать место в чемодане, а во-вторых, чтобы дополнительно предохранить лыжи от каких-то повреждений. Как перевозить лыжи, более-менее понятно. Переходим к перевозке вещей. Для перевозки вещей есть такие вещи, как сумка для ботинок, рюкзак, а еще есть чемодан. Итак, представим, что вы едете один, или, например, вдвоем, или всей семьей, с женой и ребенком. Все производители горнолыжных аксессуаров указывают объем сумок в литрах. Не для всех это очевидно и понятно. И сейчас на примере вот этого чемодана мы вам покажем, что же такое 93 литра в эквиваленте вмещаемых в него вещей. Как видите, в такой чемодан влезает все самое необходимое для поездки на горнолыжный курорт одному человеку. Даже еще остается немного места для всяких там мелочей. Но если вдруг вы едете не один, а всей семьей, то рекомендую вам присмотреться к чемодану побольше. В данном случае это 130 литров. Сейчас мы вам покажем, что же такое 130 литров в эквиваленте вмещаемых в него вещей. Как вы видите, в 130 литров можно вместить 3 комплекта ботинок, шлемов и одежды на всю семью. Ну и еще парочка полезных советов о том, как проще запаковать инвентарь. Если вы пакуете две пары лыж в чехол, то вот не надо вот так вот. Надо вот так. Тем самым это будет компактнее. Далее, если у вас на лыжах установлены рельсовые крепления, то можно сделать вот таким вот образом. Две пары лыж помещаются в чехол для одной пары, а крепление мы можем убрать с вами в сумку или в рюкзак. Также, если вы куда-то собираетесь ехать недалеко, на какую-то ближайшую горнолыжку, существуют вот такие хорошие вещи, как сумка для ботинок. Она бывает вот с отделением для шлема, бывает без такового. Вот, соответственно, сюда вот в такую сумку влезает шлем и, соответственно, ботинки. Но вот в такую сумку обычную для ботинок тоже влезает шлем. И выглядит это очень просто, вот так. Сюда влезает шлем. Вот, собственно, ботинки. Места, как вы видите, здесь полно. И, в общем-то, можно еще сюда даже термос и бутерброды положить, если очень надо.
Ну, к слову, о размерах ботинок. Вот те ботинки, которые сейчас в сумке, они размера 28,5. То есть это средний такой мужской размер. Те ботинки, которые мы снимали женские, они были размера 25,5. Это на наш примерно 39. И детские ботинки, которые мы снимали, это размер 21,5. То есть это где-то 35. Но опять же, отсылочка к другому видео, где есть подробная информация о том, как мерить и выбирать ботинки. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, было полезно. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Ну и, конечно же, не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы будем для вас снимать еще что-нибудь интересное и полезное. Всем пока!